Всем ку. Продолжаем проходить. Я, короче, дошел до ворот. Вот тут в прошлый раз горелась же вроде одна. Почему теперь четыре? Типа мне надо еще раз, два, три, четыре босса победить? Я вообще не понимаю. Не, подожди. Не, ладно, я не понимаю. Короче, я тут побегал чуть-чуть. Прям, ну вообще микро чуть-чуть. Нашел тут еще проход. Вот есть проход здесь. Проход сюда. Куда-то сюда. Все, сохраняемся тут. Ну тут легко, можно... А, подожди, вперед еще можно пройти. Нет, уже все, нелегко. Лабиринт! Все, сохранились тут, идем сюда, босс. Ищем босс-файт. Так, подожди, наверх. Я не понимаю, это лабиринты? А, да. Так, мне надо искать теперь правильный выход. Так, явно наверх. Опа. О, это... Чё? Это прикольно, но я ничего не понимаю. Можно плавать. Так, окей. Первый босс не тут. Возможно, тут? Не тут. Возможно, тут? Так, наверх не пойдем. Окей. Что это значит? Бля! Значит, окей. Я запомнил проход. Более-менее. Там, значит, наверх надо. Вот тут вот наверх. Нет? А! Это был просто какой-то проход. Так, окей, идем сюда. Отсюда мы можем пойти вот сюда. Нет? Вранье. Вниз можем пойти. Не вниз. Значит, наверх. Так, что-то новое. Так, как бы понять, куда именно... Какие у нас есть подсказки, куда правильно идти? Куда мы здесь шли? Наверх? Наверх. Может, тут проход? Не тут. Так, я шел в прошлый раз сюда, идем наверх. О. Грибы. Я грибобас, гроза грибов. Игра заставляет думать. Так, наверх. Плюс наверх. Ну вот тут нас как бы приглашают грибы. Так, надо посмотреть сначала арену. Так, арена. Ну ладно. Так, у него там лицо есть. О, он тибегает. Он не уважает меня. А, ну смотрите, ладно, я понял. Там грибы были. То есть подсказки присутствуют. Так, у него есть лицо. Там еще и какая-то взрывчатая фигня. О-о-о, началось. Так, вот грибы. Ладно, я уже знаю, где проход. Поэтому будем смотреть, когда пойдем на следующего босса, куда идти.
Так, кстати, он... Ого, ого, чё магёт. Он всегда развернут к нам жопой, когда мы кувыркаемся вниз, ну, на себя, то есть... Ну, как бы туда, короче, туда. Ну, вниз, да, тут. Скорее всего, будет правильно сказать. Вниз, влево, вправо и наверх. То есть, в принципе, если мы сделаем так... Нет, не так. Ну что ж ты такой, блин, прыгуч? Как же он прыгуч? Чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. Пым-пым-пым-пым. Нет. Никак не реагирует. Него лег. Больно так кувыркнуться и башкой. Он прям целится. Короче, нам надо уворачиваться, держаться внизу, пока он к нам глазом не повернется своим вонючим, дреснючим глазом. У кого дреснючий глаз? У тебя. Это прям вообще неприятно. Это прям вообще неприятно. Я буду пока его доубить. Целиться, наверное, не очень удобно. Может, все-таки клавомышкой... Хотя... А может, мы и не мышкой целимся на клавомышке. На... Сосочек тебе этот лютый. Ну что могу сказать? Приятно. Приятно с вами было иметь дело. Мне очень приятно, что лут не дают, конечно. Я не привык к таким играм. Очень тяжело к ним отношусь. Так, есть. Так, следующая подсказка. Что у нас может быть? Ну, вот тут вообще ничего нет. Ну, ищем, ладно. Не сюда. Ну, давай наверх. А! Не сюда. Так, ну значит прямо. Прикиньте, не прямо. Что? Наверх идти надо, реально? Так, окей. Ну тут у нас есть вода. Которая нам как бы говорит, куда и... Что тебе надо, куда надо. Значит, плывем по воде. Если... Ну, если брать из логики с грибами... То есть вот где еще вода есть? Что это значит? Так, окей, непонятна логика. Так, еще раз проверяем здесь все подходы. Нет. И тут у нас тоже ничего не дает, да? То есть тут три прохода никуда. И вниз. Так, кстати, там еще другой был грибобас.
Так, ну вот тут проход с грибами. Ну вот, как мы видим, тут тоже какие-то грибы, которые нас никуда не ведут. Блин, а тут тупик. И тут тупик. Серьезно? Тут наверх прохода нет никакого. Так, включаем мозгучку. Вот как думаете, тут может быть проход? Окей, не здесь. Так, остается тогда тут. И не тут. Так, есть какие-то намеки? Вообще никаких. Куда идти? Так, а тут я точно все проверил, да? Я точно все здесь проверил. Ни туда, ни сюда. Ну тут как будто вот сюда проход может быть. Чё так сложно? Можно не так сложно? Кстати, а у меня стрела возвращается, да. Вот отсюда никуда прохода нет, реально? А смысл это делать? А может надо вернуться туда? Где мы уже были? Так, вот еще один столб. Тут вот эти два гриба тут были? Чё? Я не могу с этим смириться. Ну мы прям все ж попробовали. Это же уже какой-то бред тогда. Так, возвращаемся тогда, где что-то нарисовано у нас. Вот здесь. А может быть, проход назад нас ведет куда-то? Давайте посмотрим, что это значит. Какая-то комета упала на цветок, и цветок стал большим. Попробуем вернуться. Твою мать. А где? Я понимаю, логично было, типа, по воде ты достать, ну, доходишь до туда. Ну, ты приходишь сюда, и тут тупик. Просто ничего нельзя сделать. Ну как? Так, еще раз идем туда, проверяем. Значит, вверх нет. Вверх точно нет. Водопад тоже точно нет. Так. Проверяем. Проход туда. Тоже точно нет. Может, сюда? Я тут был? Так, тогда вниз попробуем. И там попробуем вниз. Но это единственное, что осталось, потому что везде я уже попробовал все. Мне так кажется. Тут все проходы попробовал. Значит, тут ни вверх, ни низ. Здесь остается только внизу. Так, ладно, идем следующую тогда искать. Значит, здесь наверх проход, тогда пробуем пройти сюда. Нет.
Тогда здесь вниз пробуем. Блин, ну тут такой, как будто вот здесь есть какой-то проход. Но тут ничего нет. Тогда идем вниз. Вниз тоже нет. Это как-то выглядит печально. Значит, тогда сюда. Там мы были, тут мы были. Я не понимаю. Тут должен быть еще один босс. Где он? Дайте мне босса. Какой-то проход должен быть скрытый. Другого я прикола не вижу. Хоть какую-то подсказка? Может, все-таки дадите? Вот какая тут может быть подсказка? Но мы точно знаем, что эти пути никуда не ведут. Ладно, тогда идем отсюда. Сейчас проверим, что у нас там с дверью главной. Ой. А тут у нас что? Ничего. Что у нас с главной дверью? Ну вот у нас было 4 точки. Проверяем, стало ли 5. Стало 5, реально, типа... Это все, что надо сделать? Еще 3 боссов победить? Сейчас будем искать, ладно. Ну можем вернуться туда, где мы были. Одного босса мы просто не можем найти. Так тупо. Где проходы? Карты нету, да, никакой? Вот это что такое? Настройки? Да. Да, это жестко. Так, идем сюда. Подожди, мы тут не были. А, нет, мы тут были. Это выход к лесу этому. 3 босса. То есть у нас есть один босс какой-то в лесу где-то. Один босс должен быть вот в этом замке. Так, сюда вниз можно еще. Сюда еще и вниз можно. Ого. А прикиньте, можно, но не нужно. Ай. Так. Что это? Могила? Ура. Хорошо, понятно, где босс. Так, ага, у него сзади. Так-то у него сзади. Ну, тактика выглядит простой. Нужно оставить сзади него стрелу. Вот он будет где-то. Бля. Он выглядит простым.
О, нет, это такой идеальный. Ладно, это... Считай, прошел. Я просто отвлекся. Смотрел не на себя, а на него. Нормальная атмоза? О, это было близко. Это было очень близко, но он... Он как в матрицу увернулся. Это же маска из Крэша Бандикута, разве нет? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну да. Туда я отправил это прям идеально. Где-то там рядом и останавливается. Было близко. Скотина. Но он ультра легкий. Просто мне мало глаз. Мне нужны хамелеоньи глаза. Блин. Тут точно нужно призывом стрелы. Других вариантов я не вижу. Что? Подождите, я точно коснулся стрелой его... Его... Не знаю, жопы его. Блядь, прям ровно. Так, значит, другая немножко тактика пойдет. А может, не призывом, кстати. Может, и не призывом. Сейчас будем пытаться... Сейчас попробую не призывом. Хотя призывом это было бы гениально. Нет, не призывом, прикиньте. Призывом не работает. Так он постоянно на меня нацелен. Или... Или для призыва как-то не хватает скорости, типа. Накоцать его. Блин. Да за шо, не гаси, дядя. Блин. Ну... По слизню точно работал дэмэдж по призыву. Скотина. Когда не надо, он стреляет тремя. Когда надо, миллион. Не, подождите, тогда не такой просто простой, как я думал. Как? Вонючая бочка. Ладно, думаем, напрягаем мозги. Казалось, как будто он дышит. А подождите! Я, кажется, понял. Подожди. Он поднимается, он... Спиной поворачивается. Подожди, реально? Это реальный или фейк?
Сейчас, увидите. Не знаю как. Я не знаю как. Это баг. Я... В общем, я попал в хитбокс. Ну, это... Не супер удовлетворительно. О, игра сломалась. Видели такое когда-нибудь? 9 убито. Ну чё, он засчитан? Да, засчитан. Короче, как-то сломали игру. Абуз. Ну, это не специально. Так, где-то еще один босс должен быть. Не похоже на проход. О, секретный проход? Секретная какая-то лестница. О, лол. Окей. Это новый проход какой-то новой локации, где свои боссы будут еще. Ну, похоже на то, да. Ах. Ого. Еще одна сломленная душа в поисках истины. Страшно. Менее обремененное, чем прошлое. Так звучит и выглядит страшно. Куда мы попали? Ты действительно заплатил сполна. За ту скверну в твоем колчане. Я не понял. Так, это... И ради чего? Знаний, силы? Надеюсь, оно того стоило. What? Делай, что должен. А вот... What? Так, выглядит крипи. Как минимум, то, что это первые звуки какие-то, которые мы можем прочесть. Так, делай, что должен. Попробую. Уж это какой-то секретный босс. Ну вот, кстати, лицо выглядит, да, как лицо. Борода, рот, глаза. Это считается за какого-то босса? Реально? Очень странно. Как-то я наткнулся на него еще случайно. Делай, что должен. Он смирился со своей смертью. Так, туда нельзя. Да, это было необычно, скажу сразу. Так, и что, нам остался один босс?
Так, а это вот именно тот, который сейчас засчитан, да? Вот в этой меточке. А, ну да, вот он изображен. Этот чел. Ну ладно. Ну, смотрите, видите, тут секретный был проход на него. Это значит, что и в лесу какой-то должен быть секретный ход. Ну, тут я реально случайно нашел. Сейчас проверим. Ну да, это оно. Значит, и в лесу должен быть какой-то секрет. Ну, там, конечно, его сложнее найти. Хотя мы были во всех комнатах, которые там есть. Так, ну мы идем сюда. Тут у нас есть босс-файт с этим... С этим каким-то королем. Вот, все, сохранились тут. Так, ну... Или вот он. Вот это куда проход? Так, что же это значит? Возможно... Что-то по подсказкам ничего не понятно. Плюс из того, что я только могу стрелять. Что-то подсказки я никакие не вижу. Возможно, это подсказки куда-то в другое место. Так, это у нас файт с этим... С каким-то королем. Стать шабадом королем. Найт элефант. Да, конечно, интересно, как это сделать. Непонятно, что делать. Ладно, я думаю, на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Увидимся в следующей серии. Наверное, следующая серия будет финальной. Типа, побеждать прям всех боссов. Хз. А вот получить титры вот, для меня как-то поважнее. Не особо хочется на 100% ее проходить. Типа, прикольно, да, но... Пока моей мотивации хватает только на титры. А если вы хотите увидеть всех боссов, которых я прошел, победил, то можете написать об этом в комментарии. Все, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем ба-ба.